Сегодня мы подошли к видосу немного нестандартно и будем красить вместе с незнакомцами. Ты дурак, объясни, привет, пожалуйста. Какая разница? Я просила тебя русским языком мою машину не трогать. Давай сейчас твой телефон, мы твоей маме позвоним. Пусть она знает, чем ты занимаешься. Иди на мойку, я сейчас подъеду и будешь отмывать. Я разрисовал тебе сердечко, память обо мне там. Всем привет! Сегодня мы будем снимать покраску машины, но машину мы будем выбирать не рандомную, машину девушки нашего друга, как раз вот моего оператора. Будет машина вот его девушки, вот в общем сама машина. Куда она пошла-то сейчас? Она в магазине в коллаже, и она, ну, на часик, на полтора точно где-то ушла. То есть мы успеем? Да. А помогать нам будут вот эти вот школьники. Держи. Держи. Сегодня мы подошли к видосу немного нестандартно и будем красить вместе с незнакомцами. Точнее, есть такое приложение, которое называется Азар. Это приложение работает так же, как чат-рулетка. То есть вы находите случайных людей, собеседников и общаетесь с ними. И сегодня мы будем просить этих людей помочь нам покрасить машину. Они будут говорить, какую часть нам машины и во что покрасить, какой цвет, что нарисовать. В общем, они будут руководить процессом, а наши школьники будут всего лишь красить. И сейчас я, в общем-то, захожу в это приложение. Ооо. Ты чё, порты? Смотри. В общем, вы сами видели, суть видоса будет такая, но мы сейчас найдем собеседников поинтереснее. Бывает такое то, что попадаются не очень нормальные собеседники, которые не могут поддержать разговор, не могут с нами просто поугарать. И сейчас будем находить собеседников, они будут говорить нашим школьникам, что тем нужно нарисовать на машине. Короче, перед началом видоса подпишитесь на канал, поставьте лайк, давайте наберем 15 тысяч лайков и придумаем что-нибудь уже другое. Ну, короче, лайки по-любому ставьте, 15 тысяч набираем, и я придумываю какой-нибудь крутой ролик, реально крутой. В общем, вот этот вот школьник, а девушка его вчера кормила мороженым. Да? И вот он решил ее. Хотя оно стоит 60 рублей, но вкусное было. Ну, правда, сейчас маленькое вот такое. А, вот ты за это решила машину, да, покрасить, потому что маленькое всего лишь купила. Ну да. Вот. Ну хотя бы могла побольше. Могла побольше? Привет. Привет. Ты можешь сказать, что нарисовать на этой машине? Что-нибудь. Короче, у нас есть баллончик. Что можно не нарисовать? Цветочек. Цветочек? Нарисуй цветочек, чувак. Не занимался в художке. Это будет. Нам ничего за это не будет, потому что машина чужая, и мы убежим. Ну не, все нормально. Ну посоветуйте хоть что-нибудь, что можно нарисовать. Вот у нас есть школьники с баллончиками, и они рисуют. Сердце там, не знаю, солнце, да что-нибудь. Я хочу, что там был знак бесконечности. Знак бесконечности? Вау. Конечно, такая у тебя восьмерка. Вот он сердце предлагает на весь лобач нарисовать. Давай на капоте тогда. На капоте? На капоте или на лобаче? На капоте. На капоте давай. Never shed a tear as I'm tearing up these tragedies. Your drama squad digging up some graves for the casual. Nah, I ain't never gave a single fuck about another. Only my brothers, only my moms, yeah, only my vets, yeah, only my fans. You're holding my back, you're holding my bitch, you're holding my back. Давай рисуй что-нибудь. Что ему нарисовать? Только уж съем, до крыши он не достает, он пока маленький. You're only ready for these flames, getting deadly in these games. In my lane, laying up the game on your lanes. You're only ready for these flames, getting deadly, right? Можешь мне помочь? Вот видишь машина. Ее надо покрасить. Можешь сказать, что на ней можно нарисовать? Без разницы что. Только чтоб вот, вот этот вот мелкий смог это нарисовать.
что еще можно? Рот. А где рот нарисовать? На бампере. Давай на бампере рот нарисуй. Never shed a tear as I'm tearing up these tragedies in drama squad. Чё? Чё? Клубнику нарисуй. Renegades fucking up the game, game sucking up some renegades. Fucking up the game, all your lanes, y'all ain't ready for these flames. Getting deadly in these games, in my lane, lane. Bet you know my name, name, run it. Renegades fucking up the game, game. Санёк позвонил своей девушке, предупредил ее о сюрпризе, да. То, что изуродовали ей машин, сказал. Но она, если увидит, она поймет, скорее всего, ничего страшного. Ну, она смотрит твои видосы? Отреагирует. Да, она все ее смотрит с покраской. Хреново, да? Да? Я не смотрел. Не, ну она, конечно, может бомбануть, что типа из-за того, что... Она, да? Она. Да. Че, как думаешь, как отреагирует? Я не знаю. Она добрая? Ну да, пранк. Это пранк. Ты дурак, объясни, привет, пожалуйста. Так она смывается, ты же знаешь. Какая разница? Я просил тебя русским языком мою машину не трогать. Я ее не трогал. Я ее не трогал, серьезно. Кстати, не он трогал, реально. Я даже видос не снимал, я тебе прямо отвечаю. Не, он снимал, я, снимал. Не, я не. Зачем снимал? Ты машину ну, я не мою снимал. Красил? Нет. Вот, вот он. Он красил. Вот, посмотри на это. За то, что ты у мороженого купила. Помнишь? Я его помню. За что ты ей покрасил? Мороженое купила. Я просил киткат за 60 рублей. А ты купила, ну не такое, оно было слишком маленькое, я просила такое. Ну не для этого надо было машину мою разукрасить потом. Давай сейчас твой телефон, мы твоей маме позвоним. Пусть она знает, чем ты занимаешься. Надо. Давай. Это краска. Давай, его подержи, что он не убегал. Мы знаем, что она отмывается. Я знаю, что это краска, что она отмывается. Давай. Не надо. Ну почему ты мою машину испортил? Да он не испортил же. Но все равно, вот у меня сейчас нет времени, мне надо ехать. Он, кстати, не по собственной воле раскрашивал. Раскрашивать его вот он попросил. Не, по его воле вообще-то. Объясни, иди сюда. Иди разбирайся. И что, это сейчас на ринг сейчас выйду сейчас? Ну вот сейчас ты поедешь и будешь отмывать тогда. Да? Давай включи. Нет, я тебе не дам ключи от своей машины. А, кстати, ты ему не даешь вообще ключи? Нет. Печка. Иди на мойку, я сейчас подъеду и так будешь отмывать. На мойку. И давай, отмывай. Я поеду нет. За рулем на мойку. Нет. Давай, я тебя отвезу на мойку. Нет. А вы что, он оплатит мойку? От его видос, а не мой. Он оплатит. Я ничего не буду оплачивать. Он будет оплачивать мойку. Я ничего не буду оплачивать, будет, там будет, сами будет. Разбирайтесь. Не-не-не-не. Значит, ты будешь оплачивать на мойку. Но кто он? Я разрисовал, типа, сердечко, память обо мне там есть, со мной чем-то случится. В натуре, вот память. Ну, чтоб помнил меня. Что ты мороженое купил хотя бы. Альфач. Правда, он тебе сейчас девчонку ведет. А? Ты похуй, да? А он новую найдет. Решайте. А что решать-то? Кто едет машину? Ну, пошлите по домам. Все, спасибо за машину. Пранк. Был очень хороший пранк. Ты какая-то неэмоциональная. Ты не особо... А ты смотришь его видосы, да? Ты же знаешь про краску, все, да? Я знаю, да, все, пойдем. Ну, вот так вот. Иди. Кстати, убери, пожалуйста, баллончики за собой, хорошо? Да, в натуре, вот баллончики за собой убери, а мы не мусорь. Все, все, пока. Все, пока. Ты же ей дашь денег-то на мойку? Так, ты дашь. Нет? Ты рисовал. Я ничего не рисовал. Она стоит, залипает. Ладно, пойдем, деньги дадим. Она тебя зовет. Че, серьезно, денег дашь? Ты дашь своих денег. А я почему? Да это не мой видос, ты офигел? Короче, давайте просто на мойку я дам. Типа, все-таки мне же видос снимаем. Больше мне, чтобы ни в один пранк свой не приплетали вообще. На этой неделе? Вообще! А ты же снимал с ней пранк тоже какой-то. Ну, да. Я снимал, да. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Как вы поняли, сегодня акцент был не на покраске незнакомым людям и на их агрессивное поведение, а просто хотел вам показать то, что можно познакомиться с разными людьми в приложении Азар и вместе с ними творить какую-нибудь глупость. Ну, вы также можете пообщаться, либо же, как мы, просто красить машину, потому что все, что мы красили, нам говорили люди с приложения Азар. Ссылка на приложение будет указана в описании. Переходите, скачивайте и пользуйтесь. Да? Да. Владимир, тебе нравится приложение Азар? Типа, раз, да, конечно. Да? Да. Не, реально, то есть там люди левые говорили, что нам надо покрасить. Ты бы их убила? Да. Нет. Вот, она добрая, как и приложение Азар. Люди приложения Азар тоже очень добрые. Короче, ссылка в описании. До новых встреч. 15 тысяч лайков.
пока. Ну что, пацаны, спасибо, что красили за участие. Регистрируйтесь в приложение Азар. Знакомьтесь там. Да. Ладно. Скачайте, да? Да. Точно? Да, точно. Ну все. Найдет. А? Телку, говорю, найдет. Телку найдешь? Да. Ему тоже найди. Хорошо.